Термороботы теперь согревают жителей села Гаровка-2. В поселке модернизировали котельную. Современное оборудование пришло на смену морально и физически устаревшим мазутным агрегатам. Как ведут себя новые термороботы в отопительный сезон, выяснили сегодня наши корреспонденты. Котельная в селе Гаровка-2 после модернизации теперь выглядит так. Никакой копоти, сажи и золоотвалов. Мазутные котлы заменили компактные и энергоемкие термороботы. Управление каждым осуществляется дистанционно. Таких обновленных котельных в Хабаровском районе уже 6. Мы несколько сел Хабаровского района объезжали. С появлением современных котельных не было жалоб от людей о перебоях каких-то с подачей тепла. Обновление котельной в Гаровке-2 в общей сложности заняло 2 года. Модернизация осуществлялась на основе концессионного соглашения. Инвестор вложил почти 40 миллионов рублей. Ранее объект находился в ведении Министерства обороны, наследие которого и досталось концессионеру. Объекты и оборудование на этих объектах передавалось в не очень хорошем состоянии. Его нужно было приводить в нормативное состояние, данное оборудование. Плюс основная масса объектов использовала в качестве топлива мазут. Сейчас котельная работает на угле. Помимо установки новых современных котлов, инвестор также утеплил существующие коммунальные сети в поселке. В планах замена устаревших труб отопительной системы на современные. Александр Лихачев, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния».